Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркет, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, последнее. Торговая сессия этой недели, впереди выходные, это не может не радовать. Мое традиционное напутствие, друзья. Обязательно проведите их хорошо, потому что в понедельник я вас жду с хорошим настроением, хорошим, правильным расположением духа. Очень важен энтузиазм на финансовых рынках, тем более, что следующая неделя – это новые фундаментальные возможности, новые отчеты и инфоповоды. Будем также детально обо всем говорить. Хорошо то, что перед выходными, глядя на то, что происходит в моменте на финансовых рынках, мы точно можем констатировать, что склонность инвесторов к риску восстанавливается. Посмотрите на американский фондовый рынок, S&P, NASDAQ, Dow Jones. Все индексы оттолкнулись от локальных минимумов и показывают восходящую динамику. Я думаю, друзья, то, что это постепенное восстановление все-таки и возвращение к тем восходящим трендом, которые мы видели ранее. Тренд бычий, он в целом позиционно еще сохраняется, а соответственно, раз уж мы делаем ставку на восходящую динамику риска, мы должны иначе смотреть на перспективы доллара, потому что странно, согласитесь, если бы мы в моменте наблюдали картину, когда, например, растет и фондовый рынок, и американский доллар. Обычно две категории финансовых активов, риск и защита, которые олицетворяются вот этими инструментами, они показывают обратную динамику. Поэтому по доллару ставка прежняя, снижение, и в моменте индекс американского доллара котируется на отметке 90.68. Сегодня, перед тем, как мы уйдем на выходные, несколько релизов, на которые стоит обратить внимание. Это блок статистики по штатам. Самый, пожалуй, главный отчет – это розничные продажи в США, лучший индикатор потребительской активности в 15:30 по московскому времени. Учитывая, что смягчаются карантинные ограничения, в принципе, у людей есть возможность путешествовать, растет автомобильный трафик. Также мы видим спрос на авиационное топливо, что в целом позволяет нам говорить о том, что люди пользуются и этим видом транспорта, то есть авиаперелеты, это тоже уже в приоритете. Короче, потребительская активность, она априори не может не вырасти. Поэтому я сегодня жду очень хороший показатель, взрывной рост, который является реализацией отложенного спроса. Что это значит? Это значит то, что чем лучше сегодня выйдут данные по штатам, тем больше у нас снова будет причин говорить о том, что ковид постепенно отступает окончательно и уже не кошмарит так финансовые рынки, а значит, мы можем сфокусироваться на идее дальнейшего роста мировой экономики, восстановления риска и не работать с защитой. Чем лучше сегодня выйдут данные, тем больше у нас будет причин, аргументов ставить на дальнейшее ослабление американского доллара. Следом за розничными продажами промпроизводства в 16:15 по московскому времени и замыкать день будет мичиганский индекс. Это как вишенка на торте. В целом потребительские настроения тоже остаются на высоких значениях. Посмотрите на прогнозные уровни. Сейчас не буду забивать вам голову статистикой. Все вы умеете пользоваться экономическим календарем. По нашим основным идеям. Нефть 66.78. Коррекция, которую мы наблюдали, стала следствием реакции трейдеров на новости о возобновлении работы трубопровода Colonial Pipeline. И если вам эта тема интересна, друзья, уделите несколько минут вашего драгоценнейшего времени, все-таки поищите на просторах интернета новости именно такую фундаментальную подоплеку. Тема интересная почему? Потому что руководство этого трубопровода заплатило выкуп, по сути, хакерам в объеме 5 миллионов долларов для того, чтобы те предоставили ключи, которые необходимы были для восстановления именно IT-инфраструктуры. Если бы этого не произошло, друзья, то сегодня мы бы продолжили говорить о том, что на восточном побережье по-прежнему не поставляется топливо. Сейчас это уже тема позади. Эксперты пытаются оценить последствия, но прекрасно понимают, что на восстановление работы трубопровода потребуется, ну, максимум несколько дней. Поэтому эту тему постепенно можно отпускать. Помимо этого, у нас доклады ОПЕК, Международного энергетического агентства, последний релиз администрации энергетической информации –
Во всех этих трех случаях факторов, поддерживающих для покупателей нефти в целом бренда WTI, достаточно. Можете брать любой отчет, если интересно именно по деталям, и на этом выстраивать свои ожидания по тому, докуда доберется в целом рынок нефти. Ближайшая цель, она остается прежней, $70 за баррель. По поводу американского доллара, напоминаю, что мы ждем все-таки смещения. Дальше индекса бакса в район 90 пунктов. Вчерашний отчет по заявкам на пособие по безработице. Минимальное количество обращений с начала пандемии радует, конечно же, но все-таки объективно, даже при такой тенденции, около 8 миллионов человек еще остаются без работы. Но на то, чтобы забрать с рынка всю эту имеющуюся рабочую силу, понадобится время, друзья. Мы как раз ожидать всех умеем. Данные по инфляции, мы о них вчера детально говорили, не будет это стимулом для того, чтобы ФРС изменил денежно-кредитную политику. Рост инфляции – это временное явление, которое опирается, наверное, все-таки больше на проблемы снабжения, на проблемы с логистикой. Как только окончательно именно сам факт логистики международной вернется к значениям до пандемии, цены начнут логически снижаться, и также органический индекс потребительских цен вернется к прежним значениям. Это не какой-то вопиющий случай необъяснимого взрывного роста индекса потребительских цен. Вы это должны, друзья, понимать. На этом скачке временном, локальном, ФРС не будет отстраивать позицию, из-за которой нужно будет отказаться от мягких экономических стимулов. Поэтому зрите в корень, видите системные факторы, не обращайте внимания на внешний шум. Будут какие-то новости дополнительные, я вам расскажу. А из самых последних вводных, это доклад Reuters, темп экономического роста 6,5%. И, друзья, сворачивание программы количественного смягчения, с которого начнется ужесточение монетарной политики, это в лучшем случае 2022 год. И, как вы помните, я первым об этом сказал еще несколько недель назад, что первые сигналы того, как будет меняться и когда политика американского регулятора, их стоит ожидать на выступлении руководства Федрезерва на симпозиуме в Джексон-Холле в конце августа. Ну, об этом поговорим в свое время. Золото восстанавливается 1822 на фоне снижения доходности американских трежерис. Ждем золото на отметке 1840-1850. Доллар канадец 1.2171, цель 1.20. Точно такая же, как и раньше, Тиф Маклим, который возглавляет Банк Канады, ничего нового не сказал, но и не стал отрицать то, что Банк Канады по-прежнему остается движимой идеей постепенного изменения денежно-кредитной политики из-за того, что перспективы экономические улучшились. Программу количественного смягчения они свернули. Ждем повышения процентной ставки. Dow Jones 34056, но мы здесь, по крайней мере, я без дел. Будут новые трейды, я о них вам расскажу. Евро доллар 1.2086, фунт против доллара 1.4047. В британскую валюту я пока не лез, но думаю, что будут сделки уже на следующей неделе. На этом все. Большое спасибо за внимание и хорошего закрытия недели. Всем пока.